Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале о вязании. Сегодня уже 25 октября, среда, и напомню, что сейчас участвую в марафоне 101 Cotton Toys, и это последняя заключительная неделя марафона, последний заключительный влог будет по этому марафону и, соответственно, отчет. Марафон идет до 1 ноября у нас, но я, наверное, также в понедельник, 30 октября, выложу видео, потому что там каникулы, и, соответственно, вязаться все равно уже ничего не будет. Но посмотрим, как пойдет, так и пойдет. Вообще время, конечно, очень быстро пролетело. Вроде бы казалось, так, первую неделю плохо поработала. Ну ладно, у меня еще есть время догнать и обогнать. Вторую неделю плохо поработала. Ну ладно, еще целых две недели. А сейчас уже осталась одна заключительная неделя. И как-то понимаешь, что в принципе-то ничего не сделал. На данный момент у меня всего лишь 10 готовых игрушек. Хотелось бы, конечно, больше, но как есть, так и есть. В последнее время как-то не густо у меня с игрушками готовыми. Так, с чего начнем? Я вам говорила, что я буду вязать драконов, но все опять пошло не по плану. Ладно, давайте сначала, наверное, покажу пряжу, которая мне пришла. Забрала я посылочку наконец-то, а потом уже расскажу, что я делала за эти два дня, понедельник, вторник, получается, в принципе, сделано уже тоже немало. Пришло мне вот такие 10 моточков счастья. Смотрите, какие красивые цвета. Ну, сейчас еще распакую, покажу. Давайте, наверное, за кадром открою их, вытащу, чтобы не шуршать вам. Вот такая классная открыточка. Что сегодня будем вязать? Вложили в подарочек, видимо. Так, сейчас буду, наверное, показывать вам и рассказывать, для чего я заказала эту пряжу. Начнем вот с этих моточков. Вот этот цвет зеленый. Это 29-й. Я его никогда раньше не заказывала и вживую я его не видела. Ну, может, конечно, и видела в магазинах, но как-то не отложился он у меня в памяти. И я так посмотрела на картинки. В принципе, мне показалось, что для дракончиков цвет идеальный. И действительно, он, мне кажется, очень классно подойдет для драконов. Но посмотрим, буду ли я из него вязать драконов или на что-то другое пущу. Но цвет мне безумно понравился. Дальше, вот это 35-й джинс. Я так посмотрела, у меня там оставался всего один моточек. Это на жирафиков я его использую. В принципе, больше он у меня никуда не идет. Не знаю даже почему, хоть потому что цвет как бы красивый. И 84-й. Где-то он называется горчичный, где-то он называется старое золото. Я из него вяжу львят. Надо, кстати, посмотреть, сравнить. У меня там лежит два мотка вот такого цвета. И они разных оттенков. То есть вот есть старая партия, есть новая партия. И они разных оттенков. Посмотрю, какой партии этот относится. Потому что не будешь компоновать, если, например, вязать набор, погремушку с одного цвета, игрушку с другого. Они как-то, знаете, все равно вот прям сильно отличаются сейчас. Так, кстати, магазин называется «Точка пряжи». Искала, где заказать можно по одному мотку и чтобы подешевле была доставка. Наткнулась на них ВКонтакте. Они отправляют любое количество мотков, хоть там один, хоть упаковку. И у них также есть Гималая Долфин Бэби, Воланс Банни Бэби, по-моему, так называется. Это плюшка, я в плюшке-то не сильна. И у них доставка идет Авито за 49 рублей. Но так как у меня... Не знаю почему, но, наверное, мне так кажется, потому что я первый раз заказывала доставкой Авито. У меня вообще вышла доставка 1 рубль. Вот для меня это идеально. Даже, в принципе, если бы я заплатила 149, это было бы немного, потому что с других магазинов от 300 рублей доставка мне выходила. А когда заказываешь там 10 мотков, 5 мотков, ну вообще смысла нет. Ну и также на Вайлдберрисе нет смысла заказывать по одному мотку, потому что там это очень-очень дорого выходит. И мне девочки собрали
заказ прям очень быстро. Я только написала, в этот же день собрали, на следующий день отправили. И как ни странно, даже СДЭК очень быстро доставил его. Через 3 дня у меня уже был на СДЭКе на пункте выдачи заказик мой за 1 рубль. Так что, если кому-то интересно будет, переходите под видео, оставлю в описании ссылочки на магазин. И там вот удобно то, что можно заказать даже один цвет, а не упаковку. И всего лишь доставка 49 рублей недорогая выходит. А может быть даже и за 1 рубль. Так, дальше. Это вот этот нашумевший 90 цвет. Красный. Давайте вот так. Ой, как красиво получается в кадре. Мне прям так нравится, когда много пряжи. И дальше у меня пошли все оттенки розового. Начнем с вот этого. 65-й. Я его уже использую давно. Мне этот цвет очень нравится. И потом начала я заказывать цвета, которые у меня не использовались. Ну как, вернее, вот этот вот цвет 42-й. Когда-то у меня был один моточек. Я вот там то комбинезон Мишки вязала от него, то куда-то добавляла в какие-то аксессуары по чуть-чуть. Но вот он у меня заканчивается, там остался совсем малюсенький клубочек. И вот, ну, не было мне смысла заказывать там, например, на Валбересе целую упаковку. Но я его редко использую. А тут прям такой шанс, и решила его заказать. Я, в принципе-то, вообще все розовые решила заказать, чтобы посмотреть, какие оттенки. Дальше, вот этот цвет, 83-й, такая, знаете, пенка, мне кажется, что для меня цвет красивый, но он вам не совсем передается на камере, хотя многие девочки его не любят, знаю, что мастера пишут, что говорят, что он какой-то грязный, но мне кажется, что цвет довольно-таки красивый, ну, на любителя, наверное, да. В общем, посмотрим. Далее. Вот такой красивущий розовый цвет. 36-й. Это вот такой вот уже розовый-розовый. Дальше идет 20-й цвет. Вот этот я бы, наверное, к розовому Барби отнесла. И вот такой вот этот мне очень понравился, 78-й. Он, знаете, он такой между розовым и коралловым. Ну, прям красивый. И тоже, я бы его вот так вот упаковкой, конечно, бы я его не купила, потому что я пока не знаю, пойдет он у меня или нет. Упаковками я только 74-й могу покупать. Ну, может быть, еще вот этот бы купила упаковкой, потому что тоже часто его использую. Но вот этот прям, ну, бесподобный цвет. В принципе, знаете, почему заказывают в одних и тех же цветах? Наверное, потому что вот они есть на страничке, посмотрели, пролистали. Ага, вот розовый такой, все, мне нравится. То есть покупатель, он же даже не знает, что там есть еще вот такие вот красивущие оттенки розового, другого. И что он увидел, что ему понравилось, то он и заказал. А если будет на страничке представлено и другое в ассортименте, другой розовый, скажем так, то, возможно, и этот розовый как раз-таки будет пользоваться популярностью. Так же, как вот у меня 74-го. У меня все 74-го. Даже если я предлагаю, давайте подберу вам палитру, пришлю на выбор. Нет, все, 70, вот этот мне понравился, все, нежный такой розовый, ну да, он классный, я согласна. Но вот эти цвета тоже, ну смотрите, какая красота. Так, вот у меня все оттенки розового теперь, вот такая распаковочка. И давайте теперь я покажу, чем я занималась. Блин, мне так не хочется вот это вот все убирать. Красиво, правда? Покажу, чем я занималась эти 2 дня. Надо отфоткать, наверное, красивую фотографию сделать с новыми клубочками. Ну, вот так, давайте оставим. В первую очередь я доделала грызунок. Помните, я вам показывала жирафика вот этого и говорила, что, наверное, доделаю в наборчик грызунок, который у меня есть, погремушка, жирафик и шуршалка. Вот я его сделала, такой вот он получился, миленький. Надо теперь найти время, опять же, это все отфотографировать, все вместе. Но это в зачет марафона, к сожалению, не идет. Далее. У магазина вот этого, где я пряжу заказывала, у них есть в Телеграме чат, наверное. Ну, в общем, канал в Телеграме.
и у них там собраны бесплатные мастер-классы. И я у них там нашла мастер-класс на вот такую вот держатель для пустышки. Прям я уже давно, где-то я у кого-то видела такие держатели вязаные, они мне безумно понравились, но я не могла найти сразу схему. А тут вот он мне попался на глаза, и я решила связать, почему бы, думаю, нет. Оказалось, что вяжется очень быстро. Вот так я, наверное, оставлю к этому грызуночку вот этот держатель. Там у меня на жирафике есть пятнышки такого цвета, и думаю, как раз подойдет. Вяжется буквально, ну, наверное, полчаса. Ну и вообще так легко оказалось, я даже не думала, что эти держатели так легко вяжутся. Я думала, все, как же эти все переплетения делаются. Оказывается, там просто вяжется цепочка с колечками обвязанными, и потом они заправляются друг в дружку, и получается такая косичка красивая. Ну, легкий, вообще легкий мастер-класс. Тоже давайте вам оставлю ссылочку на этот канал в Телеграме. Если, правда, найду, то прям... А, ну нет, я, наверное, не смогу, да, оставить ссылку в Телеграме на определенные фотографии или что там у них, файл. Да, скорее всего, просто на канал смогу ссылку. Ну, значит, на канал оставлю, а вы там ищите. Там вообще очень много мастер-классов. Так, это еще три готовые работы, которые, к сожалению, тоже не идут в зачет. И дальше. Я вам говорила, что буду вязать драконов, а начала вязать гуся. Вот так. Две лапы, туловище, две лапы и два крыла. Ну ладно, не буду разматывать. Вязала его вчера. В принципе, я бы его вчера уже и собрала, но вовремя вспомнила, что мне же нужно в процессах показывать для марафона. Иначе не засчитают игрушку. А это уже было после обеда. Думаю, ладно, не буду я подключаться. Уже свет не очень-то был. И отложила этого гуся, но он у меня практически готов. Осталось вот все это связать. Сшить, и будет готовый гусеночек, красотулечка моя, потому что я продала последнего розового, у меня гуся нет ни одного, надо на наличие. Так, и пока у меня было время, я начала таки вязать дракона, и начала его вязать в розовом 74-м цвете, вот в таком, да, это комфортер будет. Это как раз-таки тот розовый, который теперь у меня, ну, уже, правда, полупаковки, который стал очень жесткий, как белый, наверное, практически. Но мне кажется, как белый, потому что я вот это вчера вязала, я не знаю, сколько времени. И было у меня еще время повязать ночью, когда дети спать легли. Но у меня уже настолько устала рука, и я бросила. Вот это еще полегче было вязать, потому что здесь крючок больше идет. А здесь вот 1,75 вяжу полукрестиками. Очень тяжело. Я не знаю, что с этим цветом случилось, но я вам уже как-то жаловалась. Очень надеюсь, что когда я закажу другую упаковку, она будет мягче. Но хотя, наверное, это теперь вряд ли, потому что раз они поменяли, раз они начали выпускать такой его, то он такой и будет. Ну вот думаю, кстати, может быть, какой-то из этих ярких цветов сюда добавить из новых. Ну, у меня вообще были планы вот такой сиреневый пустить на гребень и полосочки белым, белые делать и сиреневые. Ну, в принципе, посмотрю. Может, какой-то и добавлю. Полосочку какую-нибудь где-нибудь яркую пущу. Или вот этот добавить, тоже красиво сочетается. Ой, теперь будет мука выбора. Какой же розовый добавить? Но белый здесь будет однозначно, а вот по поводу гребня я подумаю еще сделать его сиреневым, потому что розовый с сиреневым тоже очень красиво смотрится. Или все-таки сделать его каким-то розовым, ярким таким, знаете, этот нежно-розовый, а сделать вот как раз сильно, чтобы отличался. Кстати, мне присылали фотографию. Мне кажется, что с вот этого цвета связан дракончик, который маленький, ладошечный. И у него гребень был розовый. Не знаю, такой, не такой. Но, вот смотрите, тоже классно смотрятся цвета. Прям супер, я бы сказала. Мне очень нравится такое сочетание. Оно и яркое в то же время, но такое вот не вырви глаз. Так, все, на этом буду, наверное, заканчивать сегодняшнее подключение.
Буду заканчивать гуся. Соберу его, но его уже покажу в конце. Буду вязать комфортер и буду заниматься мастер-классом на тянучку дракоши, потому что вчера, позавчера я им пока еще не занималась. Вот сегодня как раз, наверное, и займусь, чтобы он на следующей недельке вышел, этот мастер-класс, потому что Новый год приближается. Все, до следующего подключения. Всем привет! Заключительная часть влога. Сегодня уже 30 октября. Сейчас отсниму, и это будет и отчетом окончательным по марафону, потому что я сейчас начинаю совершенно другую работу, которая все равно в марафон уже идти не будет в зачет. Ну, давайте обо всем по порядку. Что же у меня готово за эту неделю? Продвижения маленькие. Собрала я гусика. Еще, правда, не знаю, какую ленточку ему сделать. Может быть, беленькую, а может, желтенькую, а может, никакую. Ну, в общем-то, гусик готов. И мне прям очень понравился в этом цвете, если честно. Он на такой, на настоящего гусенка похож. Это первая готовая работа за неделю. И я доделала дракошку-тянучку. Как-то он мне нелегко дался, ножки, я не знаю, сколько раз разные пробовала, переделывала, и мне все не нравилось, не нравилось. Но я его сделала таким более миниатюрным, не таким, как жирафик, там лягушка с очень длинными лапами. Вот он даже помещается в кадр. Он у меня с таким новогодним шарфиком, и под цвет шарфика сделала здесь вышивку. Ручки-ножки, как всегда, тянутся. Не сталось пока сюда вставлять никакие гремелки, пищалки, шуршалки. Наверное, следующего сделаю уже с гремелками, пищалками, шуршалками. Но я его вот буквально сегодня утром только доделала, сделала вышивку на лапках. Мастер-класса еще пока нету, он еще не оформлен, но на этой неделе я его обязательно выпущу. То есть это вот будет в ближайшие дни, буду заниматься оформлением мастер-класса. Так-то все отфотографировано, проверено, осталось только оформить и выпустить. Я сниму потом отдельное видео именно про дракошу, да, анонс такой мастер-класса, расскажу, что он вышел. Но, опять же, повторюсь, это вот буквально несколько дней, 2-3 дня. И на канале обязательно вам про это расскажу. Так что мне кажется, что получился очень миленький дракошка. В принципе, если вот их, например, навязать в разных-разных цветах, очень классная фотография получится. И как только я выпущу мастер-класс в PDF-формате, я начну снимать видео мастер-класс. Я вам говорила, что хочу на Boosty для подписчиков выкладывать именно попетельно, как вязать. Потому что подписчицы, которые хотят связать новички, скажем, да, так в вязании, им не очень понятно, схемы не умеют читать и так далее, а, возможно, попетельно это поможет, поэтому я тоже так же потом сообщу, когда начнет выходить мастер-класс этот на Boosty в видеоформате. Но он будет не сразу весь, я буду по мере возможности выпускать эти файлики. Поэтому это растянется тоже, может быть, там на недельку. Все равно надо это все снять, кусочками отредактировать, потому что на Boosty длинные видео очень проблематично загрузить. И уже загружать. Кстати, загружается почему-то на Boosty тоже очень долго. Так что это мои две готовые работы. И там было 10 плюс 2, всего лишь 12 работ. У меня до сих пор цветы в кадре. Я поехала в Fix Price посмотреть новогоднюю атрибутику. Ну, да, там, конечно, много всего, но, во-первых, всяких этих фонариков, домиков уже понакупили все, и если я тоже куплю, ну, это будет, опять же, как у всех, поэтому нужно придумывать что-то другое. Я вообще искала веточку, елочку, мне кот погрыз мою веточку для фотографий, и он погрыз не саму, как бы, ветку, а погрыз на ней красные бусины, там, как из пенопласта они были, ягодки как будто бы красные. И она теперь, ну, соответственно, не очень так смотрится, только надо выбирать какую-нибудь сторону, где нет этих бусин погрызанных.
И вот я хотела веточку купить. Там были веточки, но они мне не очень сильно понравились. И в итоге я ничего, к сожалению, там себе даже не купила. Вот думаю, где же еще посмотреть. В Ашане-то уже много новогодней атрибутики, но посмотрю. Не знаю, будет там что-то подходящее для моего случая, для фотографии или нет. Так, это две мои готовые работы, как я уже сказала. И давайте чуть-чуть о дальнейших планах. Почему я сегодняшним числом закрываю марафон, хотя он у нас до 1 числа? Потому что я начинаю вязать два больших заказа. Один заказ это на елочные шары дракоши, а второй заказ на сердечки, брелочки. Ну, брелочки, конечно, можно было бы в отдельную номинацию пустить, но в марафоны, но я их все равно много не навяжу за 2 дня. И к тому же мне нужно в первую очередь шары связать. Их мне пораньше отправлять этот заказ. Поэтому в ближайшую неделю, нет, не неделю, 2, наверное, в моих видео-влогах будут только шары, наверное, и сердечки. Комфортер дракошу розовый я так и не закончила. Он у меня мало совсем там продвинулся. Ну, больше времени у меня особо не было. Да что там комфортер? Я даже еще вот эти вот штучки не отфотографировала, про которые вам показывала в начале видео. Как-то вот совсем не хватает на все времени. Но будем стараться, будем продвигаться. Все, на этом сегодняшнее видео закругляется. Я сейчас подумаю, в какие номинации я отправлю свои игрушки. В принципе, там под несколько номинаций я, наверное, подойду. Вот зайку хочу отправить, на самого милого зайку. И, наверное, отправлю дракошу и жирафика-тянучек. Там есть номинация или самая смешная игрушка, или самая веселая, как-то так называется. Вот. Наверное, на них я отправлю. Все, всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.